Программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Уже бывшая чиновница краевого Минздрава задержана. Ее подозревают в получении взятки. Фермеры Михайловского района плачут над урожаем. У нас никогда такого не было. Но благодаря нам, конечно, эти результаты. Каковы перспективы с полупустыми амбарами? Право на безопасные пешеходные переходы. Пришлось взять в руки камень, замахнуться, и тогда машины остановились и пропустили. Самые опасные участки Барнаула и кто должен предотвращать трагедии. Алтайскую чиновницу из краевого Минздрава Елену Кравец подозревают в получении взятки. Она задержана. Занимала в Минздраве должность начальника отдела лекарственного обеспечения. И вышли на нее, по данным портала «Толк», через сотрудника компании-поставщика. Накануне правоохранители задержали менеджера, которая, по предварительным данным, занимается поставкой лекарственных средств. В Минздраве сообщают, что со вчерашнего дня Кравец в ведомстве не работает. Она ушла по собственному желанию без отработки. Сегодня в Барнауле произошло страшное убийство 5-летнего мальчика. Следователи подозревают в этом его родного отца. Мужчина задержан. По версии следствия, 42-летний житель Барнаула сегодня утром зарезал своего сына. Он нанес несколько ножевых ранений. У мальчика были изрезаны грудная клетка и живот. От полученных травм ребенок скончался на месте. Заведено уголовное дело по факту убийства малолетнего. Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следователи проводят необходимые следственные действия, а также выясняют мотив убийства малолетнего. А 10-летний мальчик, которого сбили на улице Антона Петрова у торгового центра «Огни», по-прежнему в коме. Пока врачи борются за его жизнь, Следственный комитет проводит проверку. Но многим понятно, что если бы водитель не лихачил, трагедии бы не случилось. Когда не помогает зебра, сдерживать гонщиков должен светофор. Но на некоторых опасных участках их нет. Почему? Узнавала Полина Жданова. Чтобы на том или ином участке дороги поставили светофор, на нем должно произойти не менее 3 серьезных аварий. Но на барнаульских дорогах иногда происходит и больше инцидентов, однако светофоров на них как не было, так и нет. Например, напротив торгового центра «Ледокол». Ни зебра, ни камера скоростного режима здесь не спасли 10-летнего мальчика от лихача. Когда остальные водители пропустили пешехода, этот даже не притормозил. Я так понял, что вот этот водитель, который сбил мальчика, он... наверное, перестроился в крайний правый ряд. Получается, левый и средний ряд мальчика пропустили на пешеходном переходе. А он также пролетел по правому ряду и, наверное, ударил по тормозам, когда уже было поздно. Мальчик перенес несколько операций, но он все еще в коме, а горе-водитель под следствием. Кстати, в городе есть еще один печально известный аварийный участок – на улице Кутузова. Весной там сбили сразу 2 школьников. Девочку, она осталась жива, и мальчика 9 лет – насмерть. Кстати, наша съемочная группа тоже едва не попала под колеса. Об этом я вам и говорила. Сдерживают скорость здесь также камера и зебра. После трагического случая жители улицы просили администрацию установить светофор. Но власти так и не ответили, а ГИБДД отписываются. Однажды, знаете, и смех, и грех, пришлось взять в руки камень, замахнуться, и тогда машины остановились и пропустили. Вот карта некоторых дорог, куда барнаульцы хотели бы поставить светофоры. Возле торгового центра «Ледокол», на улице Кутузова в районе 113-го дома, на пересечении улиц Попова-Власихинская и Чкалова-Челюскинцев. И это далеко не все участки. Например, нерегулируемый пешеходный переход на улице Юрина в районе дома номер 225. Перекресток с круговым движением улицы Малахова, улица Юрина. Регулируемый перекресток проспект Строитель, проспект Социалистический. Представители ГИБДД так и не смогли конкретно ответить на вопрос, почему в этих местах светофоры не стоят. Якобы определяют аварийные участки и отвечают за их безопасность не они, а владельцы дорог, то есть городская администрация. Мы обязательно составим им дополнительный запрос и попытаемся добиться хоть какой-то конкретики.
Все больше зебры, лежачие полицейские автомобилистам не указ, и все чаще от этого страдают дети. Хотя на первый взгляд вроде простое правило: увидел зебру — притормози. Возможно, законотворцам стоит подумать об ужесточении наказания за несоблюдение ПДД или упрощение процесса размещения светофоров на дорогах, потому что на кону самое дорогое – человеческие жизни. Полина Жданова, Анастасия Дороган, Илья Халяпин, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. Уборочная кампания в Алтайском крае завершается. В Минсельхозе говорят, что качество зерновых на высоком уровне, а объемы равны средним многолетним показателям. Правда, с этим согласны не все. В Михайловском районе, например, нам рассказали, что собрали урожая в два раза меньше, чем в прошлом году. Почему и что делать в такой ситуации фермерам, узнавала Валентина Аскерова. Видите, он мелкий, не хватило воды ему налиться, вот, масляничный сорт. И он, у нас никогда такого не было. Но благодаря засухе опять же такие результаты. Хранилища полупустые, качество оставляет желать лучшего. Засуха этого года жестко ударила по урожаю, рассказывает фермер из Михайловского района Виктор Дафт. Сою, подсолнечник, пшеницу выращивает 30 лет и не помнит еще такого скудного урожая. В том году пшеница была 18 центнеров, с половиной взяли. В этом году 8,6. Вот. И также по чечевице и по другим культурам. Это очень мало. В прошлом году было сколько? Два раза больше. В районной администрации нам рассказали, что уборочная зерновых и зернобобовых почти завершена. Средняя урожайность 10 центнеров с гектара. Это низкий показатель, признает чиновник. В прошлом году было 14. Серьезный удар по аграриям? Можно сказать, что да. Потому что затраты все-таки они понесли с расчетом на то, что будет урожай хотя бы близкий к прошлому году. Михайловский район в засушливой кулундинской зоне. Недостаток влаги там регулярный. Но даже так о низкой урожайности в районе нельзя судить по одному фермеру, говорят в краевом Минсельхозе. После того, как с вами поговорил, составил разговор вот с фермерами, на которых я ссылался в диалоге. Так вот, они мне подтвердили, что у них средняя урожайность зерновых даже не 12 центнеров, а 14. Причин такому ералашу несколько. Разные сроки посева, качество удобрений, да и дожди могли быть в пределах одного района. Где-то чаще, где-то реже. Ясно одно, часть фермеров в Михайловском, и это подтвердил начальник управления сельского хозяйства района, понесла убытки. Мало того, что урожай зерна небольшой, так еще и продают его всего за 8 тысяч за тонну, хотя адекватная цена 11 тысяч. Вот Виктор Дафт, чей урожай сильно пострадал из-за засухи, нашел свой выход из ситуации. На следующую посевную готов взять кредит, чтобы его хозяйство выжила. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. От этого зависит жизнь города. В Барнауле изменили систему обеззараживания воды. Теперь вместо использования сжиженного хлора реагент вырабатывают из поваренной соли. Водоканале утверждают, так сняли риск экологической аварии, которая, оказывается, всегда висела над городом. Почти весь Барнаул пьет из АБИ. Отстойник, фильтр и стадия обеззараживания. Эти этапы проходит вода перед попаданием в городскую сеть. Последнее звено в цепи и заменили. Раньше обеззараживание происходило с использованием жидкого хлора. Это, наверное, наиболее распространенная сейчас в стране технология. Она достаточно эффективная, дешевая, но мы знаем, что хлор – это опасное вещество. Причем опасное на всех стадиях. Опасное не то слово. Хлор – химическое оружие Первой мировой. При попадании в легкие вызывает ожоги и удушья. Пока им обеззараживали 97% питьевой воды города, был риск выброса газа. Случись что, в зоне поражения 30 тысяч человек, а ближайшие объекты – краевая клиническая больница и лыжня здоровья. Теперь хлор не ввозят тоннами и не хранят в баллонах. Его вырабатывают из соли. Такая же обычная поваренная соль, как у вас дома в соломке, только мешок здесь по тонне. И вот всего этого запаса хватит на город только на 15 суток. Для перехода на такой принцип хлорирования воды понадобились соль, метод электролиза, краевой и муниципальные бюджеты. Предприятию и государству проект обошелся больше, чем в 90 миллионов рублей. С этого объекта водоканала даже сняли статус опасного. Как-то на химсоставе воды отразится новая система? Нет, это такой же хлор, какой был. И процентовка тоже рассчитывается? Да, рассчитывают. Нет, абсолютно не отразится. Угу. Действует он точно так же. Да и специалисты из химфака Алтайского госуниверситета сказали, что без хлора никуда. Да и технология безопасная. А если тех незначительных процентов вы все-таки боитесь, то никаких фильтров не нужно. Достаточно дать воде отстояться. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.
техническом университете сегодня открылся крупный профориентационный форум. Принимает участие более 600 человек. Работодатели могут присмотреть себе студентов с потенциалом, а студенты понять, куда они хотят пойти после выпуска. Между тем, кто-то считает, что это всего лишь мероприятие для галочки. Так ли это? Ирина Корчагина пообщалась с участниками форума. Вы же понимаете, что наша компания достаточно большая, это Россети. А Россети, они представлены на территории всей России. Как перышком по ушку. Так звучат соблазнительные слова работодателей. Крупное предприятие, которое определяет жизнь края, знакомит будущих энергетиков, котельщиков, строителей и газовиков с их работой. Для студентов это хороший шанс приглянуться какой-нибудь организации, а для работодателя оценить потенциал будущего работника. Могут прийти, ну скажем так, ребята учатся на энергетике, а пришли, посмотрели, чем занимаются химические предприятия. Да? Это расширяет их кругозор, и вот на стыке вот этих разных направлений тоже получаются интересные результаты. Большой интерес у многих студентов вызвало предприятие «Алтай Автодор». Технари спрашивают про новые технологии и к чему им готовиться после выпуска. Очень много ребят, окончивших технический наш вуз, специальность автомобильные дороги, строительство автомобильных дорог и аэродромов, они работают у наших подрядчиков. Не из-за выпускников политеха потом у нас срезают асфальт или перекладывают заново? Нет, конечно. Кем себя видите года через 2-3-4? Надеюсь, живым, да. Но особо никем. Ну как же, вы же студент политехнического вуза, будущий энергетик. Ну, надеюсь, я буду хотя бы стажером на каком-нибудь предприятии. Вообще, о будущем не сильно задумываюсь. Думаю, о настоящем больше. И это проблема. Например, студенты-энергетики, которые уже сняли розовые очки, говорят, что им будет трудно найти работу с зарплатой выше 15 тысяч. Идти за такие деньги амбициозная молодежь не готова, поэтому ищет альтернативы. Если есть какие-то навыки, то их можно применить где-нибудь в другом месте. А вы энергетик, да? Да. Вы согласитесь идти в Макдональдс? На кассу? Нет, потому что я не люблю людей. Может быть, такие смотрины – выход для старшекурсников, которые хотят остаться верными профессии. Ведь после знакомства с будущим работодателем можно пройти у него летнюю практику, стажировку и через пару лет назвать его своим коллегой. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Сегодня в Барнаульском аэропорту совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В судно попала молния, система вышла из строя. Экипаж принял решение посадить лайнер. К счастью, все живы. Далее, что называется, без комментариев. Для тех, кто не понял, спешу успокоить, это были показательные пожарно-тактические учения. Их проводили экстренные службы города, а также правоохранители, сотрудники из аварийно-спасательного подразделения аэропорта. Ну а на сегодня это все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!